Канал Таежный обитель приветствует вас. Сегодня по просьбе подписчиков мы с внучиком Юриком покажем эвенкийские трубки. Эвенкийские трубки делают эвенки, вот такие вот трубки. Вот сами эти трубки, вот они делают с лиственницы. Сучка лиственницы. Берут сучок лиственницы и вот находят вот такое на сучке место, где ответвляется, и с него делают. Лиственница, как они называют, хакра, кремнистая. Сучок, он такой очень твердый, кремнистый. Он не так быстро прогорает. Поэтому они делают с лиственницы, с сучка лиственницы, не со ствола. А вот ветка отходит, и на ветке ищут вот такое вот. И делают. А на муштук берут тальник. У него тут в середке такая, как пробка. Вот видишь, и она, ее можно проткнуть проволочкой, даже тонкой щепочкой с лиственницы, если выстругать, она крепкая, не ломается, и то можно проткнуть. И эти трубки, раньше эвенки курили трубки, потому что привозили табак, и они курили трубки. Ну, я тоже пробовал, но курить я, как вам говорил, уже бросил. У женщин были поменьше трубки, а у мужчин покрупнее. Вот кто смотрел фильм «Тунгус», там у снайпера Намаконова была знаменитая трубка, на которой он помечал, сколько он фашистов убил. Офицеры там были так помечены, солдаты простые вот так. И у него эта трубка была как реликвия, как будто... И его немцы боялись и называли такой эвенкийский шаман, которого... Он очень много фашистов убил. Ну, про трубки, вот я их когда увидел в тайге, эвенки не все курили трубки, а вот мы приехали на Лучу Купуринскую, и там старик с бабкой были, они курили трубки. Вот у меня маленький совсем рассказ, я его вам прочитаю. В Лучинском стаде на Купурях жили старик Никучан со своей женой. Все у них было, как у всех, но одно все же отличало. Они курили трубки. Трубки были самодельные. Было их у каждого по несколько штук. Я спросил, с чего их делают? Никучан стал мне объяснять, что трубку делают из лиственницы. Берут сучок в том месте, где он раздваивается, и в том, который потолще отросток, выбирают отверстие под табак, а который потоньше идет под основание чебука. Сучок лиственницы очень крепкий, обгорев внутри, трубка, сделанная из него, служит долго. «А почему вы не курите папиросы и сигареты?» – спросил я. «Раньше все курили трубки, потому что привозили табак. Мы так привыкли, и нам нравится». Они даже сигареты разламывали и в трубку набивали. Я стал рассматривать трубки. Они были сделаны мастерски. Некоторые новые. А большинство... Никучан достал такой мешочек, и оттуда он эти трубки повытащил. Вот некоторые были старые и растрескавшиеся. Они прогорали и вот попотрескались. Я их спросил, зачем вам вот эти вот, ну, негодные уже, они вот валяются у вас, выбросить их надо. Бабка сказала, нет, мы их не выбросим. Когда вдруг у нас табак кончится, мы их ножом мелко порежем и самхом будем набивать новые трубки, чтобы покурить. Потому что вся эта трубка пропитана никотином, дымом, просмолена этим дымом.
И это старые трубки у них на всякий случай шли вместо табака. Они ее изрезали на мелкие части. Вот такая была экономика эвенкийская. Они очень относились, потому что табак был это одно из самых таких, когда кончался, кто курит, знает, что как кончается табак, это охота белугой быть. Ну, экономика не только у них вот по табаку, а вообще они очень экономно. Я знаю, что кости, даже вот лишние, когда кости, там ребра, они сушат, которые обрезают кости, там такие вот остаются маслы, и они их тоже сушат и ложат, и когда вообще ничего нет, варят. Когда, например, они варят мясо, и у них остается какой-то там кусок мяса, я знаю, у них такой прием есть, они режут на маленькие кусочки и сушат это уже вареное мясо, они его тоже высушивают, и в кожаный мешочек эти квадратики, такие мяса, они у них лежат, и когда вдруг не бывает ничего, вот это сушеное мясо, они его снова, вареное сушеное, они его снова в суп ложат, и получается хоть маленький, но какой-то навар, и вроде как мясо. Мясо сушеное такое. Ну вот, такой маленький вам сегодня еще один рассказик. Сегодня я с внуком, с правнуком. Внука я уже Колю показывал, теперь правнук Юрик. Мы с ним вам постарались рассказать еще вот про трубки из жизни эвенков. Ну а пока всего вам доброго, удачи, радости, творчества, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока!